работать, чтобы быть счастливым. И другое интересное наблюдение, он не такой, как контролирующий, ты меня смотри 24 часа. Когда Библия говорит в Эдемском саде, все еще было перфектно, человек и Бог были просто классно. Библия говорит, что в конце дня он приходил и разговаривал с Адамом и Евой. А до того, представьте себе, муж и женщина в законном браке и одна целая планета, чтобы Ели понравилось купаться. Это мне говорит, это не какая-то больная такая личность, которая я тебя создал, и ты только о меня будешь думать, я, молись меня и так далее. Он вечером пришел и разговаривал с ним. Другое время, свободный вы, наслаждайтесь жизнью друг друга и так далее. Но мне кажется, он создал человека, потому что у него такое не нужды, но желание общаться с подобное существо. И когда смотрит на счастье этого существа, у него удовольствие. Так я представляю. Мне кажется, это оптимистичная вполне нота, на которой мы можем завершить, независимо от того, мы разделяем ее или нет. Мы еще немножко побудем здесь, прям немножко, поэтому можно будет еще пообщаться в частном порядке. И только, пожалуйста, не пожалуйста. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли и участвовали. Огромное спасибо Антону и всей церкви за радушный прием, за помощь и поддержку. Пицца есть. Да. Сейчас очень любим пиццу. А ты, чтобы съесть пиццу и пообщаться.